Всем привет. Случился интересный бой. Так, ну, смотрим. Так, ну, в самом начале, как всегда, ничего интересного. Карта большая. Все сразу уходят в развитие на этой карте. Рашем тут никто не рашит. Серьезные игроки не рашат. А нам попались серьезные игроки. Вот один из них из клана Агрессор, второй вьетнамец клана. Вот, так что все по-серьезному. Ну и в этом бою я маленько решил сменить свое амплуа. Скажем так, обычно играю я ягохамом. Вот, но тут решил поиграть авиацией. Вот. Напарник у меня Чупс из клана Рейтерс. Классный игрок. Вот он мне сигнализирует, что вот против нас агрессора. Тут я ему задаю некоторые вопросы вроде. Так, ну, идет разведка. Разведаем, смотрим. Видим, что оба оппонента выходят в авиацию. Ну все, думаю. Нам точно крышка. Летать я особо не умею, как бы. Патруль отмена, атака, патруль отмена. Вот и все мои полеты. Так, вот здесь я что-то летаю, что-то смотрю. Разведываю территорию, как бы. Наличие шпионов, разведчиков. Достраиваюсь ПВОшками, делаю дикобразов. Так, мы перематываем, тут ничего интересного не будет. Первое, я не знаю, там время. Вот я ему говорю, что я Масави иду, а сейчас ему скажу, чтобы напарник шел. Так, вот здесь лечу, убиваю шпионов, чтобы напарник шел в Ягохам. Так. Да, вот напарник уже пошел в четвертый штаб. Вот. Я еще сижу на третьем. Так, вот здесь я. Так, вот здесь я опять летаю. Да, вот здесь я уже вижу. Меня перехватили. Вижу авиацию оппонента. Получил я маленько люлей. Здесь вот перехватывают наших шпионов. Наших разведчиков. Так, я вот тоже пошел в четвертый штаб. Напарник уже вышел в четвертый штаб. Он у нас, значит, идет в Ягохам. Я, значит, в авиацию. Так, ну, перемотаем, ничего интересного не будет. Так, вот я лечу на перехват. Что-то мелькало, да, авиация оппонента мелькала. Вот здесь я неплохо перехватываю. Вот. И лечу обратно. Так, у напарника скоро появится уже хамелеон. Вот он меня просит разведать точку С. Да, имеется уже Зевса. Вот. Так, вот здесь летает оппонент. На перехват, по-моему, я не вылечу. Да, нет, не вылетаю на перехват. Так, перематываем. Так вот, у напарника уже хамелеон делается. Я вышел в четвертый штаб, ставлю второй завод авиации. Так вот, я опять полетел на перехват. Вот здесь я неудачно вылетел, маленько опоздал, и меня перехватили. Здесь я потерял один самолет. Да, вот три вернулось, один я потерял. Так, вот опять я лечу на перехват. Да, вот здесь я хорошо перехватил и вернулся назад, чтобы меня не перехватили опять. Так, ну, перематываем дальше. Так, вот здесь оппоненты что-то хотели, неизвестно что. Так, вот здесь я опять летаю. Шпионов убиваю, разведаю карту, чтобы они как бы тоже напрягались. Так, вот он разведывает, напарник разведывает территорию. Вот стройдвор уже стоит. И на этой карте обычно конфедерация делает масс-авиа. Он сидит на базе, никуда не двигается, делает просто луч. Жахает лучом, а потом просто идет Зевсами, добивает авиацию. Вот и вся тактика, в принципе.
Ну, а сопротивление здесь приходится прорываться Егохамом сквозь бункера, сквозь стенки, сквозь Зессаград и все, короче, в этом духе. Так, вот здесь я опять куда-то вылетаю. Смотрим, полный КО. Ну, там парень говорит, что у него полный КО. Так, здесь я делаю разведку боем, смотрим, что на базе. Зевсы. Много зевсов. И все, в принципе, сосредоточены в центре. Я его спрашиваю, где он пойдет, чтобы мне слетать и произвести разведку. Вот, на пути его следования. Так, у меня имеется два звена. Так, и вот здесь вот, значит, я лечу на разведку. Вот, смотрим. Территорию осматриваем. Да, и вот здесь вот я летел на отмене. И кречета залп не дали. Это если бы я летел на патруле, то... Наверное, все-таки они бы дали залп. Да не наверное, а дали бы. Вот, так как авиатор из меня никакущий. Патруль отмена. Патруль отмена у меня только. Так, ну, напарник, значит, пошел в наступление. Вот. И тут я маленько такую разведку делаю, что ли. На пути его следования. Смотрим, что ничего нету. И улетаю обратно. На подзарядку, скажем так. Так, ну, сейчас, по-моему, прилетят вертексы. Да. Прилетают вертексы. Сносят ему дико этих хамелеонов. Вот. Ну, один хамелеон у него еле живой остался. Так, вот здесь я, значит, пытался. Хотел вылететь на помощь, но не стал. Полетел, значит, в эту сторону отвлекать. Не сейчас. Да, вот сейчас я лечу отвлекать, чтобы авиация отвлекалась на правый фланг. Вот, а левый фланг как бы не трогал. Что-то я здесь ношу. По-моему, электростанцию сейчас буду сносить, да. Так, и вот это отвлекается авиация, как бы. Уже на меня. Вот она уже летает за мной. Увожу на свою базу. Ухожу. Потерял я 3 самолета. 4, по-моему. Да, 4 самолета я потерял. И напарник уже нападает. Неплохо он разбирается с зевсами. Имеется у него дикообраза. У меня самолетики на подзарядке. Лечу ему на помощь. Вот он меня просит атаковать. Так, здесь я, наверное, что я атакую. Кто-то атаковал, не пойму. Градов, по-моему. А здесь, значит, я, по-моему, за вертексами охотился. ПВО очень много, теряю авиацию. Да, я, по-моему, все потерял. Нет, вот один. Два самолета у меня только вернулось. Ну, в общем, напарник неплохо закатывается. Вот, сносит штаб. Ну, практически всю зеленую. У зеленого больше половины базы снес. Ну, самое главное, вынесли штаб. А, вот здесь, смотрите, аэродромы стоят. И авиация, масс-авиация. Синий пошел в масс-авиацию, поэтому стройдвор выставили. Меня просят помочь, но у меня всего лишь 4 самолета, вот, которые недозаправлены, как, скажем так. На один полет хватит, и опять они улетят. То есть толка от них никакого не будет. Ну, напарник неплохо закатился, скажем так. Я его говорю, что сейчас, подожди. Как раз они заправились, и еще пару самолетиков у меня с конвейера, с производства вышло. Летим на помощь. Летим на помощь, сносить завод ЗШМ. Вот, летим, значит, сносить ЗШМ. И видим, что здесь строится штаб у зеленого. Ну, конечно же, не мог позволить построить штаб. Нужно его сносить.
Нет, пока брони здания у него нету. Надо его сносить. Сношу и улетаю. По-моему, теряю здесь много авиации. Вот опять летел через отмену. Да, всю авиацию потерял. Вот если бы полетел через левый фланг, не через отмену, а направил бы сам, саморучно, скажем так, то потерь было бы меньше, я думаю. Но сыграл как сыграл. Вот. Через отмену быстрее. Нажал отмену и быстро на базу. Делай свои дела и контролируй карту. Ну, видишь как. Все ПВО они собирают. Так, ну что, смотрим, что дальше. Напарник собрал еще один отряд Ивыхана. Неплохой. Вот у меня, значит, авиация на голде производится. И говорю ему, что сейчас буду гренчиков ему делать. Вот. Ну, план у меня был такой. Гренчиков на правый фланг. Вот здесь я ему дорогу свечу. Все чисто. Зеленого как бы нету, он занят восстановлением базы, а синий ему либо авиацию делать, либо наземку, тоже непонятно. Вот. Ну, тут уже чувствуется вкус победы. Так, вот сюда я собираю гренчиков, чтобы отвлекать синего с правой стороны, с правого фланга. Я что, вот авиации смотрю. На самом деле нужный буст обслуживания авиации. Прям на голде быстро они заряжаются. И можно опять в бой. Так, вот тут я лечу. Делаю разведку боем. Да, и вот здесь вот я решил побить зевсов. Его очень много, зараза. Здесь я бью зевсов. Чтобы оппоненту проще было их убить. Основная преграда, я считаю, что это зевсы. Зевсов убил и можешь свободно закатываться на голую базу. Ну, в принципе, легко он с ними расправляется, практически без потерь. Но вот здесь вот толпа стен перед ним вырастает. Ну, стены уже не проблема. Так, и вот здесь с правого фланга гренчики мои ползут. Ползут мои гренчики. С левого фланга напарник наступает. Дикобразы у него мощные. Достаточно, чтобы ранить авиацию. Ну и все, в принципе. Тут уже как бы все понятно. Так, вот здесь вот мои гренчики начинают наступать. Ну, два самолетика у меня имеется. Ну, здесь, в принципе, я думаю, уже понятный исход боя. Понятен. Можно, я думаю, перемотать. Ну, и здесь просто в наглую закатываемся на базу и начинаем ее ломать. Ну тут, я думаю, уже без комментариев. Вот такой вот бой, друзья. Всем спасибо. Всем пока.